Собираете? Да. Телепортирует в Nexus, блять. Я понял. Всем привет. Здорово. Пойду Кирис сразу разъебывать. Не выдержал нахуй. Пешку угонил. А чё за хуйня? А как... Куда идти-то, ебать? Тут мобы стоят. Не пускают. Вот сейчас вот эти хуяри, да? Так, 100к, ебать. Чероплет, 176к, блять. И чё делать с ними, сука? Мишки хуярят, что ли? Ты чё там? Быстрый старт или чё? Быстрая сова с посохом. Каким? Всем привет. Ой, ебать, я нуб нахуй. Здорово. А, по 127 бьют похуй вообще. Ты, Лёха, идешь? Я говорю, народ набрали. Два места. Два слота, ну. Ну сейчас еще зайдет, а то у меня что-то интернет поломался. Сейчас так чинится. Давайте пати там посмотрим. А тут Кристи. Ой, у меня в ДД. Кто это? Валедринг. Ну... Там посмотрим. Пока ну, там. Пока на трэше на три босса там это на этого на Болтара надо на пульс танк. Там на Халёне, если хочешь, можешь подамажить. Быстренько отскочу, пока био покурю, чтоб чей рта нет. Всем привет. Здоровенько. Здорово. Дайте пати. Куда, на замену? Да, я в такой рейд бы пошел. Там поспрашивайте, кто... Ну, сколько... 4 лока в один рейд не стоит, если кто-то может там... В этот... Разбавить чуть-чуть. Воскресенье, целка РС. Я пока всех добавлю, поплюсует. Короче, в целка пока трэш чистите, я тут пошел, блять. Мы в РС-ке стоим. Ну да, в РС-ке перепутал. Всем привет. Привет. Здорово. Привет. Ну вон Варахили может. Главное, чтобы это чтобы не было там каких-то. А чё за хуйня нахуй? Чё так далеко-то, блядь? Чё, пиздец, чё, дохуя так чистить что ли или чё нахуй? Кто на замене, кто не может пойти? А. Хелы здесь. Я, скорее всего, султану не смогу. Расход маны на заклинание увеличен. Нихуя, он гонит, бля. А чё, где хилы, бля? О. Я дичь, блять. О, нихуя сапрот 250.
Охренеть. Че дорогой? Ну, блядь, я по 140 брал. Вот буквально позавчера. Были, да. Ах, вообще все подорожало, я подмолился. Дали про тебя посмотрел, охуел. Если надо, я могу рога сесть на замену. Я тут пошел Киристразу убивать, нахуй. Я не могу вдуплить, блядь. Че за хуйня? Че не туда завернул, что ли, блядь? Наверное. Киристразу, чтобы активировать, надо предыдущих боссов ебнуть. Да, блядь, это посох. А вот она, нахуй, я просто не туда свернул, блядь. Курва, сейчас я это пью ману, блядь. Пизда тебе, блядь. Мне кажется, сейчас Войду сломает ебальник. Так, я всех заберу в Масхон, это пробудителя заберешь? Войд просто в God of War переиграл, он концерте, чтобы всем ебальник сломать. Ну, это тоже так. Ты кого там, блядь, переиграл, блядь? Ты ж вроде что-то выкладывал, играл, значит? Или это старая? Не, это новая. Я первый раз играл, короче, я поставил сложность бог войны, нахуй. Мне пизды дали 3 моба, нахуй. Не бог получается, нихуя. Сука. И потом... Мне пизды дали, и все, нахуй. Так. Ну чё, Киристразы говоришь? Ну-ка нахуй. Корни, блять. На, нахуй. На, ёбаный в рот. Смотри, как я ее хуярю просто уже, блять, пол хп снес. Ветер в пару ее хуярю. Так. Зубраджин плюсует. Ебать! Мне хп снесли столько. Сука. Нихуя. Сейчас погоди, я приморожу, блять. Да, троя тут нету, он тебе камушек зеленый не даст, нахуй, беги. Ну тури, блядь. Не, хорошо сова хилиться умеет. Не знаю, я не поросил медведя прыгнул, и медведя ее типа запинал. Нихуя, смотри, как сносит, ебать, че за хуйня. Ну-ка нахуй. Хилимся быстренько. Пробудителя. Минус Киристраза получается. Так, сюда, блядь. А куда, где выход, блядь? По центру там бежишь, по центру. Так, тут закрыто все, блядь. О, опять моб появился, чё за хуйня? Нихуя, и тут ещё моб. Че за хуйня? Мне надо отсюда съебывать, блядь. Да сейчас он на нем. Ну, откуда заходил, там же выход. Тыкнись. Да не, мне просто похую, мне надо поговорить с Ронином, нахуй. Мне можно хуй забить на эту хуйню. Можно вот, ну, так сделать. Там телепорт в Долларан. То оттуда, ну, куда ты попал, когда он тебя отправил, там же и портал в Долларан обратно. Да к нахуй мне туда идти, если там мобы резаются, а, блядь, их буду сейчас полчаса бить, блядь. Так ты, блин, когда прыгни, вон вис, спрыгни, ты побежал. Уже похуй. Ты же другой. Чё там у вас? Скажите, как весь трэш упьёте? Иду сдам квест. Посох он после этого даёт квесты, или когда? Не, а там же ещё будет этот в кузнице квестик. Там он либо после Киристраза тебя посылает, это с серебром повозиться и потом класть в кузню, либо сразу, вот не помню. Сейчас проверим. Ну, киньте пай. Скорее всего, на серебро сейчас пошли. Не могу пригласить
такой группы. Что там, смотрели скидки, есть, нет? Да, да, есть. Ну и что? Какие-то на шкаф. Все вдонили, кроме тебя. Там топовый уже хвастался, там, блядь. А что вдонили-то? Топа он уже с фетишем и гадюкой. С фетишем, да. Псих нахуй. Теперь, говорит, будет 40к выдавать ДПСа. А че это у меня? Все это зло, это все зло нахуй. Нахуй донатить, блядь. А че он мне говорит, попиздеть с кем-то надо? А кто это, блядь? Кузнец и наковальня, блядь. Руины Хлокмадана, блядь. Да, это за серебром квест. Там долго? Там этих модов побирать, сейчас собирать жилки серебра. Все. Туда идти долго. Да, туда дольше идти. Ебать. Его трэш зачистили. Трэш зачистили. Погреб к Свиану. Это точно все, кто хотят в инст, да? Остальные могут в это в другой день, да? А, Зубр там просится на РС. Я могу заменить его с Грейсет. Ему говорить сюда надо. Мне не надо здесь ничего. Давай. А у него ЕБА есть, чтобы... Он, видимо, что-то полтать хочет? Ну, видим. Шкаф. Ты портанулся, Робби? Вышел? Да, я вышел. Привычка, блять, рыбу есть. Не, блин, вообще ты отошел, можно пока без него. А, он тут уже. Горите в говне хозяина. Эти там. Давай мы сход первую копию, а Хридрин вторую.
Фом, заберешь тогда вторую. Ну чё, вот нахуя вы одного ведете босса на спину другого нахуй? Вы что делаете, блядь? Правильно, войда положила, блядь. Вот почему у тебя такая хуйня вести через рейд босса к спине босса, которого я веду, первого, блядь? Зачем это делать? Да идите в жопу, блядь. Ты мне объясни, Хулидринг, зачем, блядь? Что это за хуйня? Я на тебя его не вел. Я вообще в другой стороне стоял. Масхон возле тебя стоял. А он, вообще... он тебя в он цель вообще... выбрал или что, я не понимаю? Он вообще, Болтар, пошел по рейду на Бурябая. Не бегайте, ложитесь нахуй, тела пока не покидайте. Я с Бурябая забрал, Масхон стаунтил на себя. Я забрал в другую сторону, Масхон перетаунтил, и он стоял рядом с тобой. Ложитесь, не бегайте, сука, от него, алло, нахуй, ну Винс, не зайти, блядь, сдохните быстрее, блядь. Сука, быстрее сдохните, блядь. Все, сэвэйдился босс, заходите в Винс. Там бичи получаются. У вас не найдется места случайно для одного бича? Ну спроси в рейде. Уважаемые рейдеры, вот, не хотите ли уступить место синтеку на РС-ку? Ну ты посмотри, кто там, ты в игре дальше вообще? Просто быть незаменим. Ты в игре вообще? А почему дальше? Да, я в игре. Не, ну вдруг кому-то надо что-то в ЦЛК. А, ну смотри тогда. Может... Ну я типа буду в Дискорде. Может мне РДРУ надо в ЦЛК? А не Бурябай плюсует. Ну, Бурябай плюсует. Ну заходи. Плюсуй. Плюсуй, значит. Вот еще раз плюсую. Выходи, Бурябай. Вот. Не, ну могу типа в ЦЛК похилить. Типа вот, если там... Пойдешь в ЦЛК. Блять. Это. Жрите рыбу. Масхон, блядь. У вас нет цели, я понял. Масхон, ты тут танчил, по-моему, уже. Что это за залупа, блядь? Первый раз ты тут? Не, один раз он танчил. Я имею в виду, что он был здесь, я помню. Бурябай вышел? Нет, не вижу. Загрузка пишет. Ёбаный в рот, блять. Вон злобный друль, я не знаю, в DCT или нет, но интересуйся в это. Людей, кто уже в рейде. Тебе пришел сумон? Да, но типа там кто-то в рейде, я не могу. Ну так нахуй, алло, блять. Кто в рейде? Бурябай. Пиздец, блять. Бурябай, ты тут? Ёбаный в рот. Ну, бля, я не понимаю, нахуй. Чё, ну, вы меняетесь или чё вы делаете? Не понимаю, нахуй. Бесплатный вайп был или как? Типа того. Бурябай камень жмет. Жмет. Почему бесплатный, блядь? Владико, ну а какие, так скажем, бесплатные вайпы есть? Платные вайпы? Там есть какое-то правило, чтобы почитать и ознакомиться? Вайп был бесплатный, получается. Почему? Все дали. Ты опять, Песо, здорово. Ты опять за свое? Твою за справедливость.
продолжаешь сани вчера. Это, значит... Так, Хулидринг на коне. Уважаемый Масхон, сядь на коня, нахуй. Прям сейчас. Значит, вот босс, который есть, у него с правого плеча будет появляться копия. Вот. Если я стою здесь с боссом, вот стоит везде босс, вот стою в кружке я. Твоя позиция должна быть. Вот здесь появится босс твой. Вот здесь в ромбике с правого плеча примерно появится босс. Ты его не ведешь в жопу моего босса. Можешь его повести в противоположную сторону, чтобы Биликов здесь не закрутило вихрем. Босс бьет рассекающим и вихрем, блядь, два удара. На 35% перед 33% перед станом отдашь незыбку. И под ебало не заходите босса. И рейндж сейчас наберите все, блядь, не стойте в куче. Босс первые стаки ловит, 99 сразу. Рейндж 12. Тридцать пять стаков, блять. 56, нахуй. Похуй на рейндж, да? 66. Вот на 66 будет это разделение босса. Вот справа появилась копия. Вот это Масхон твоя. Все. И сильно в противоположную не вводи, веди кругом за мной, начинай идти. Чтобы хилы доставали и тебя, и меня. Блять, хилы хильте. Частица у тебя и туда достает? Или нихуя? Да, да, я тебя лечу, частица. Из-под ебала уходим. Вот эту хулидринку уже забирает. Из-под трех боссов под ебал уходим. Кто ближний, кто дальний, Масхон, Хулидринг, там это самое, я на боссе буду. Заезжайте в комнату по стенке. Так, ты, Хулидринг, говоришь, подамажить хочешь этого Халеона, да? Без разницы, я могу потанчить, могу подамажить. Так, Масхон, ты танчил РС-ку? Он же ж написал первый раз. А, блядь. Он один раз танчил. Я понял. Может, тьму его поучить танчить? Давайте, поехали. Я справа, ты слева, Масхон. Ну, ты ставишь в первом рейде танка его, так что учи его. Конечно, тьма нужна вот эта. Берегитесь. Ну... Короче, на следующий КД предварительно я решил сделать вместо 4 дней 3 дня. Таких... 3 дня чего? Ну, на обычки 3 дня. На все 8 рейдов 3 дня всего. И что ты хочешь совместить в один день? Ну, я смотрел по времени, сколько инсты проходится. Единственный вариант это ГМХ с СЛК совмещать. По дню. Первый, второй рейд по одному дню. А на третий день делать это РС-ку плюс ТТГ подряд.
это, босса не агрите. Это не я, если что. Так, значит, Масхон, сейчас внимание, смотри, значит, смотри на босса, его положение в центре. Вот, это положение важно сохранять. Для героика это очень важно, это критически важно, это может привести к вайпу рейда, если это не делать. Поэтому, ты сейчас в три танка остаемся, ты сейчас будешь бегать за мной и смотреть, как надо где вставать. Вот на мне звездочка, на тебе будет кружок. Так, что у нас там? Шалфир свету поносишь. Так, во тьме кто у нас там нормальный будет? С миликов. Ой, бля, что-то миликов дохуя, что ли? Чё за хуйня? Замену просят убрать. И их наоборот мало. Да, да, мало. Ну, значит, РДД будет в тьме. Тоже. Так. Плюсаните, кто во тьме может сбоку стоять босса ровно. Есть такие люди? Только не говорите, что нету, блядь. Ну ты свет хилишь. Еще кто-то есть? На 100 ИП. Ну, поставь Святос. О, это мне уже кажется, Святос хорошо. Может. Святос, ты можешь? Шектор, блядь, ты свету. Так, Святос. 100 ИП, готов. У тебя все. Ассист. Будет квадрат. Не справится 100 ГП, да? Квадрат, чтоб смотрели за тобой. Ну, на тебе шелфир пускай ромбик, блядь. Значит, Масхон, ты это, на коня и ко мне подъезжай. Так, значит. Ну что, когда посох будем собирать мне? Когда-нибудь. Сейчас поставлю еще детку. Сейчас еще надо раскидать, блядь. Так, если что, вот эта шляпа у меня вот появилась. Маня. Так, во тьме, значит. Ну давай, эфир 3 дотки. Так, Зубражин, ты в чем? В хиле или в ДД? Синтек в саву, эфир 3 дотки туда, Хэва туда, Султан Свет. В смысле, я в сове буду? Да. Ладно. Так. Так, Зубриджин, Лем. Так, надо тебя в свет ебануть. Хант, довыкину во тьму. Вот так, допустим. Так, и Хулидринка. Еще кого туда, блядь, кинуть. Дикона. Давай Дикона кинем. А вроде у вас второй хант есть. Его можно тоже в этом, наверное. Да не, пускай там тоже будет хант. Значит, а это самое. Стало. Значит, во тьме. Первая, вторая пачка. В свету третья, четвертая пачка. Танчит свет Holy Drink с Шектором. И кто с вас ДЦшник? Какие спеки у вас присты? Не люблю щиты в свете тогда. С Шектором не заходите. Остальные два приста Мордаун Тувест и Шаман, вы во тьме. Смотрите, не проебите. Этот самый танчить будет Войд. Вот там посмотрим, Масхон просто побегает. Ну и хильте его тоже. Значит, Рейс Фейс. Этот щит земли на Войда. Диспелить будет. Мордаун будет диспелить во тьме. В свету там пускай не люблю диспелить. Первую, третью, а во тьме вторую и третью до конца Мордаун. Так. Так, это я сказал. Третья, четвертая свет. Первая, вторая во тьме. Все. Так, рыбу вы ели. Так, Масхон, кто это? Хулидринг, ты это? А, ну ладно, забирать надо. Пошли сюда все. Так, проверка на пул. Значит, смотри внимательно сейчас, Масхон, как пулить. Твоя задача, когда ты подъезжаешь, ну, заранее ничего не жать. То есть на определенное расстояние подъехать и потом уже нажимать таунт. Вот смотри за моими действиями. Да, не получилось. Давай просто переведем. Сейчас будет дыхание, не забираем. Сейчас я поставлю. Все, напуливайте ханты на Хулидринка. Пошли
этот метеор, перебегайте на другую сторону. Рейд, перебегайте. Вот в это время, Масхон, ты где? Масхон, ты набиваешь 5 стаков рунической хуйни. Набивай. Где у тебя стаки? От Т4. Вот 5 стаков обязательно. И поддерживай. Быстрее набивай, активнее. Потом готовься со мной в ромбик подходить. Че, набил там 4 стака, вижу. Все, сейчас будет. Готовься. Вот фаза пошла, в ромбик подходи, в ромбик сюда подходи. Нажимай, ты, нажимай незыбку, заходи. Какой долбоеб заходит, нахуй? Вас просили заходить, гуси, сука. Сюда в ромбик отходи ко мне. Через дох. Да, блять. Тимор даунт. Таунт зажми, ну и хуй на них, нахуй. Таунт нажми, Масхорн. Все, ты танчишь. Вот лезвие пошло. Двигайся. Все, ничего сложного. Все, остановись. Сдох. Ложитесь. Зайдите в тьму, сдохните. Ну сдохни, зайди, блядь, быстрее, ну. Все, сэвэдился, заходите. Во-первых, блядь, информация для гусей, которые заходят, блядь. Нахуя вы тыкаете на портал? Вас просили туда заходить? Бичи, блядь, там танка нету. Этот, Масхон, смотри, когда мы с тобой заходим с ромбика, ты сначала незыбку прожимаешь, потом только тыкаешь на портал. Чтобы зайти, шестеренка должна гореть желтым цветом. Понял, Масхон? Говори только да, нет, а то я не понимаю, как у меня связь с тобой есть вообще, нет? Что-то отвечай, блядь, потому что непонятно нихуя. У меня микрофон включен был. Смотри, я как бы понимаю, но если вот ты метки уже расставил, заранее так понимаю, а если их не будет, как ориентироваться? Твоя задача, смотри, если не будет меток, босс в свету, хоть куда бы он сдвигался, если ты зайдешь, допустим, даже вот здесь, если босса переведу, да, вот здесь вот, где звезда стоит, и ты зайдешь во тьму, здесь нажмешь на портал, то босс во тьме всегда находится в центре сразу. Твоя задача, когда ты заходишь в центр, в тьму, твоя задача сделать так, чтобы босс просто повернулся на тебя, и ты начал на нем агро набирать, чтобы он, ну, не шел на тебя. Вот, сейчас еще раз. Пошли на коней. Заходите за линию. Подъезжай сюда. Сейчас я еще раз спулю. Так, никто ничего только не нажимает, кроме меня. Так, вот все. Да, сука, что-то я, блядь, рано, видать, нажимаю. Сейчас. Она зачелась? Да камишки еще, видишь, форму надо сменить. На ДКшнике проще. В общем, когда ты так вот подъезжаешь, вот примерно перед ромбиком, где-то вот здесь, когда бежишь на коне, нажимаешь таунт, ВП-шку сразу. Не тёрнуй. Так. Рейли от метеора умер. Рисую лока. Мы будем заходить, в общем, с тобой этот самый. Люблю захилься. Пошли, Масхон, с ромбика. Никто пока не заходит. Не зыбку и заходи. Заходи. И сразу таунт нажимай там. Таунт и танчи. Так, я зайду, смотрю. Все идеально. Все правильно. Вот теперь тут стоишь. Теперь мы с тобой лезвие сделаем так, чтобы ты от него уходил. Я тебе скажу, когда начинать двигаться. Обрати внимание, вот шарики летают. Вот возле хвоста сейчас летит шарик.
Давай, начинаем двигаться. Двигайся за мной. За звездой. Еще больше продвинься. Вот. Молодец. Все, вот так и делаешь. Потому что рейду будет лучше, ну, чтобы лезвие его больше не догоняло. То есть, чтобы, ну, ебало не было и лезвие. Там хил сдох. Да и хуй на него, блядь. Ну и правильно. Мордаунд, шаман хилите пока вдвоем. Все, я пойду отсюда, ты также. Сейчас смотри, лезвие через 2 секунды, смотри, готовься. Оно там же, где исчезло, там и будет появляться. Все, ничего страшного. Вот я выношу. Третья, четвертая на выход. Мэтфокс, реснеш, приста, пятой пати. Тьма стопните. Тьма стоп. Тьма стопните, дамаг. Кто сдохнет от метеора, сотку сразу будет. Лезвие мрака 2 секунды. Синтек, реса этого. Приста. А можно бить? 60%. Так, тьма, стопните, не бейте. Стопните. Значит, этот. Кто у нас там? Вадикон, выйди в свет, в портал нас сзади. Метеор, да. Стоим, стоим, стоим. Че, Вадикон там выровняешь? Все, бьем Геру. Да, в обоих мирах давайте Геру. И там, и там. Куда ты так далеко отвернул? Куда ты так далеко отвернул, Масхон? Поверни немножко на нас. Стой. В звезде стоим, в коте. Сейчас смотрите, вот шар сзади нас идет. Лезвие 5 секунд. Метеор 5 секунд. А, вот, даже 2 секунды было. Сильно далеко от лезвия не убегай. Чтоб ты хвост к нам не поворачивал, мы станется будем. Давакин, ты выносить будешь? Алло, сука, отпрыгивай к стенке. Эвест, во тьму заходи. Лезвие, секунда. Две. Вот, лезвие. Будь недалеко, метров свято с выноси. Ну, вот Эвест в лезвие зашел, нормально. Вдвоем хильте, короче. Это мордаунт дал. Мордаунт инер дал. Ты смотри, чтобы лезвие не за 20 метров от тебя было, а за 5, там, 10, то есть немножко. Метеор прибежал. Там с меткой вас. Прибежали. Вот лезвие, смотрите. Мордаунт выноси. Дай там не зыбку или какую-то хуйню. Ну, нормально. Несложно, ну, согласись. Нихуя сложно. Ну да, но когда ты его поначалу поставил, я не знаю, как вначале его нужно было бы ставить. И там... еще неудобно в Дискорде, неудобно, что рацию, потому что я не могу разговаривать. У меня на телефоне Дискорд. Постоянно нажимать нужно. Там на телефон надо нажимать постоянно. Гарнитуру жать надо там. Да, а таких два нельзя, да? По-моему, нет. Ну ладно. Так, не люблю щиты нажимают. Подвеска полутени. Вот даже сотку кто-то жмет. А, это Москва. ЕПшку сейчас будешь начислять? Да, там это замена, плюсуйте. Ассисты есть у вас? Плюсуйте в гильдии на замену. 700 ИП. Масхон, у тебя мейн же танк, правильно? Ну да, мейн танк. Так, тогда этому Павлу отдадим, блять. Пускай на носит. РПБ? Пускай носит, хули. У него там хуйня какая-то вообще. Это ожерелье этого Водина, блять. Может, получше а будет. Те, кто в рейде, нужен принтроль с этого Лебрада? Так. Тебе на персонажа, который ты сейчас играешь? Нет, я просто хотел это залететь. А, ну, своим пинком. Я тут тоже такой же, но вроде как это. Ну, неудобно, короче, это все вроде как, ребята. Не знаю, что Слава скажет.
Что? Я тоже хотел бы. Ну, брентроль я... полутать. Я могу брентроль на двином залететь. ЕП, ГП, смотрим, у кого выше. Кто хочет ники ваши, я не слышу. Ну, вот я... Султан и я не знаю. Кто-то. На мордаунте. Хочу с двином залететь за ЕП мордаунта. И потом сот освободить под кого-нибудь любого. Хуйню какую-то придумываете, блядь. Да пиздец вообще. Вы чё, блядь, накурились? ПВП. Не, так-то бринь, я тоже нужна на твина, мне тоже залетать на твина там. Что-то не делать, надо, там. Ну, не надо. Я же сказал, это неудобно просто. Надо так, если вы идете в рейд, во-первых, на фул, первое. Второе, ваш твин подходит для рейда, он дает нормальный ДПС, тогда можете лутать бринтроль. Ну а так, ну, я не знаю, это тоже хуйня. Я полутаю бринтроль, блядь, и потом уступлю место. Хуйню-то не придумывайте, блядь. Делайте так, чтобы вы шли в рейд. Могу место уступить кому-то, если надо. Нет, ты сейчас, наверное, пойдешь. Чё, я могу это все, на замене, да? Псить. На замене. Так, все плюсанули, кто на замену был? Пати давали. Так вот. Хотя нахуя? Это, вопрос на засыпку. Из вас 6-7 пати, кто в субботу не может этим персом? В воскресенье может? Я в субботу пойду. Блять, воскресенье, да. Ну, воскресенье. Так, дисгрейси тебе дам тогда. Остальные быстрее раздупляйтесь. Кто в воскресенье? Продам, можно сказать, воскресенье. Может кто, кому сейчас дать ЕП за замену? Потому что вы пойдете лутать в воскресенье, чтобы второй раз не лутали. Так, вот тебе. Кто еще? Макдаунт может на замену сесть, в принципе. Мне вообще не надо. Ладно, короче, это самое понятно. Пока я вас кикну, сейчас мы разберемся, кто пойдет. Я так понял, все воскресенья могут, раз молчали. Все, сейчас я 700 дам. Брибаю дай. Он будет на хокмастере в воскресенье. А, хорошо. Так, РС. Теперь уходит кто? Мэтфокс уходит, да? Вот, теперь смотрите, кто хочет в рейд. Пока слот есть. На ЦЛК, на фул. Вот, ефлдляйк. Куча магов хотят. И смотрите, чтобы это... Я могу уступить слот, вот. Сейчас, хорошо. Смотрите, чтобы было этот, как он называется... Ну, по ИП у вас, что, ну, чтобы вы шли, ну, не какой-то там твин, там, хуй знает. Если что, тоже могу, не люблю щиты. Так, не люблю щиты, не хочет идти. Синтек. Так, кого брать, значит? Злобный. Бромгексин, Уотершамп, на хороший. Так, это вы все не можете в воскресенье, я так понял? Или что? Я в воскресенье на маги пойду. Да не ты, этот... Так вот, злобный, ты не можешь в воскресенье? Магии, кто с вас не может в воскресенье? Блять, хоть бы в Дисе кто говорил. Так, допустим, злобного взял. Изображение. Да. Что ты можешь, мистери? Ну, могу сейчас в ЦЛК пойти. Можешь? Да. Но я могу сейчас, могу в субботу. Как ты скажешь, так я пойду. Локи, кто в воскресенье может с вас пойти? Так, злобный может в воскресенье. Кто сегодня может, а в воскресенье не может? Ну, кому как удобнее, давайте. Давайте быстрее. В это время я буду трэш чистить. Да, летите в ЦЛК, чистите. Хилэй есть в рейде? ЦЛК. Да, есть. Тролл Д давай возьмем. Еще раз спрошу. Кто сегодня хочет в ЦЛК пойти? Эйя в воскресенье не может. Так, Эйя не может. Злобный говорит, может. Воскресенье, правильно? И World of Lex тоже не может. Так. Давай World of Lex. Давай, Эйя где? Ай, блядь. Дрочите, что ли, блядь? Где Эйя? Там не вижу. Да, хорошо. Слава, перекинь меня в первую пати. Это неудобно. Сейчас. Так, вот на Эйю нужен слот. Хэлла это что? Это офается или что? Не идет? Я себе закидывал масло. Так. Ну, делал. Локи, три лока в рейде. Кто с вас может в воскресенье? Блять, как сложно этого добиться от вас, нахуй. Это пиздец.
10 там людей вообще или нет, или что, или я не могу понять. 38 человек, нахуй. Давайте быстрее, ну время-то идет. Ты возьми, сделай проверку и скажи нажать нет. Проверка на дис. Бромгексин не может, я охуеваю. Этот, Рейсфейс, ты можешь в воскресенье? Да просто видишь, все не прочитаешь. 50 на 50. Зубраджин, сможешь в воскресенье? Локи, давайте кто-то на воскресенье. Так, Зубраджин, Бромгексин, меняемся. Локи, кто с вас пойдет в воскресенье целка? Я могу после сурка свалить. Тогда ты на воскресенье идешь. Там, может быть, не свалишь. Так, теперь эй, слот есть. Дальше. Еще желающий в рейд есть. Я понял, потыкать. Ну, на фул рейд потыкаешь в воскресенье. Фул воскресенье пойдешь. На 4 босса я не хочу. Ну, мне на фул. Ну, на 4 босса тоже не надо, эта хуйня. Так, Эвест. Ну, пока ты в рейде. Так вот, Эрдру у нас нету. Так, Синтек там далеко. Давакин не сможет в воскресенье. Хант второй, ты сможешь в воскресенье прийти? Нет, не могу в воскресенье занять. Кто там еще в рейд хочет? Вест, ты говоришь, оставляй. Короче, я так понял, все. Типа вот эта пачка идет, да? Смотрите, блядь. Без всяких там на 4 босса мы идем. Мы идем на фулл целка. Кто не может... Да, кто не может в воскресенье, плюс анете в конце на ИП. Я на работу завтра хуй тапок забью, чтобы вчера не уходить с ТТГ. На фулл сегодня. Если я зайду, то только с ДК, а в ВС с хпала пойду, как и обещал. Хорошо, кто там на замену, если кто вторые персы, смотрите на ИП, в конце рейда плюсанете, знаете, да? Если, ну, если вы не заходите, то, соответственно, и замены не было. То есть, ну, следите там, будьте неподалеку. Так, чистите трэш, да? Либо да. В РСке еще торчу. Так, ну масхон и чё, холидринг. Ну и танкуйте тогда, наверное. Если вдруг что, если там захочешь это самое почилить, я тогда спекнусь. Побуду в сове тогда пока. На ребре, побуду еще на ребре с вами и на леди. Чтобы было проще. Я лечу в противоположную сторону. Флэш и Слава на сурке, мы поменяемся. Да, проверить чарку хочу. Нихуя ты на сурке предлагаешь мне меняться, ёбаный. Ну я чарку поменял, хочу проверить, что получится. Пока дешевые, да? А чё чарки стоят? 750 рублей, что ли, выходит? Ой, бля. Да, 900 рублей. Я за баджики менял, вот чё на. Это пиздец, дичь. Где наши роги? Нету, блядь. Опа. Ох, нету. Я то, блядь, 5 человек в рейде, то ни одного. Они в воскресенье все придут. Где топа с гадюкой из фетиша? Сегодня есть один Роган на замене. И второй тоже, так что... Так, я вообще, блядь.